Привет, купил телефон. Как мне им пользоваться, чтобы сохранить батарею? Тут нет ничего сложного. Нужно просто соблюдать несколько правил. Чтобы батарея служила долго, нужно всегда держать ее заряд в диапазоне от 20 до 80%. Не разряжай в ноль и не заряжай до 100%, чтобы не засчитывалось много циклов заряда разряда аккумулятора. К тому же это рекомендуют сами производители. Не нагружай свой телефон играми и сложными приложениями во время зарядки. Это самое худшее, что можно придумать для аккумулятора, потому что в этот момент он одновременно и заряжается, и разряжается. К тому же очень сильно греется. Реально отличные советы. Подпишусь на вас. Используй только качественные или оригинальные зарядные устройства, потому что на дешевых и простеньких постоянно скачет напряжение, что очень вредно для аккумулятора и для всей цепи питания смартфона. А как мне понять, когда пора менять аккумулятор? Когда пора менять аккумулятор, понять очень легко. Например, на iPhone нужно зайти в настройки аккумулятора и посмотреть его емкость. Если она достигла 80%, то аккумулятор пора менять, потому что он уже не дает нужного напряжения для 100% работы процессора. И ты уже сам заметишь, что твой телефон начал медленнее работать. Так что используй наши рекомендации, если не хочешь в скором времени менять аккумулятор.